Найду, поискать еще тебя надо. Так, надо зайти к себе в друзья. Зайти к себе в друзья. Тут друзей нет, надо обновить страницу, чтобы показались друзья. Найти тебя, скопировать твой ник. Скопировать ник. Так. Или можно ссылку сразу скопировать, что я туплю. А зачем тебе нужен прямо сейчас нож? Я так и не понял. Прямо сейчас? Ну, ты как бы... Ты как бы сам сейчас попросил. Ты же сначала не согласился, потом сказал давай сегодня. Ну, я думал, то, что меня просто кинешь. Ну, я тебя могу сейчас кинуть, как бы. Не надо. Ну, а что тогда так думаешь? Не знаю, просто у тебя есть канал, блин. У меня есть канал, я супер ютубер, у меня есть подписчики, у меня есть все, у меня есть скины. И теперь калаш есть. Так. Да не, калаш себе ставь, а вот ножик кинь, пожалуйста. А какой ты хочешь-то дать? То, что ты просил, то я и хочу тебе дать. Бабочку? Да. Или ты не хочешь ее? Почему хочу? Это вообще будет круто. Я не знаю, почему не передается. Может, не передается из-за того, что она такая дорогая? Или это Steam глючит, или из-за записи, то, что я снимаю сейчас. Я не знаю. Выруби запись-то. Нет, я хочу заснять. Если я сейчас... как сказать-то... если я не успею снять, то зачем я тогда снимаю видео? Зачем мне тогда твой коллаж? Смысл? Не знаю, ну блин, это долго, наверное, будет. Если я начал снимать, и ты мне кинул скин, то есть все. Я тебе должен кинуть нож, и все будет нормально по видео. То есть я не хочу монтировать один кусок, смонтировать с другим куском, и чтобы там подумали, типа, это все обман. Все типа разыграно. Но на самом деле это все разыграно. Ты уже знаешь, что тебя нож ждет. Ну, у меня опять ничего не работает, я не знаю. Я не знаю. Ты хочешь... Подожди, сейчас. Может, тебя какой-нибудь другой скинуть с другого аккаунта, я не знаю. Сейчас ждем. Пока что может загрузиться сейчас, я не знаю. Или не загрузится, я не знаю. Попозже, мам. Что там? Когда выйдешь из компа? Попозже, мам. Не, не про это. Ты хочешь, знаешь, смотри. Ты хочешь стат-трек «Нож, бабочка, кровавая паутина». Немного поношенный, да? Ну, может, что-нибудь подешевле. Но ты хотел сейчас нож, ты мне писал. Да мне любой дай. Любой совершенно. Ну, я уже так долго заходил, то, что здесь на аккаунте только кровавая паутина, я не знаю. И к тому же у меня уже грузится это все. Я не знаю. Если я что-нибудь сейчас, наверное, сделаю, у меня опять долго будет грузиться, я не знаю. У меня так и не перезагружается. Я так и жду. Кстати, видео выйдет, наверное, сегодня. Окей, у меня должно оповещение прийти. Ну, я не знаю, пока что... У меня должно пропасть это окно, получается. Но у меня идет загрузка на нем, я не знаю. Ты уже с телефона? Я не с телефона, у меня на компьютере эта штука не грузится, понимаешь? В обмене я закинул нож, нажал обменяться, предложить обмен, то есть... И все, и загрузка идет. У меня не закрывается это окно. Как бы я не знаю, как бы оно и обменивается, и вроде как и не обменивается. Вот это я сайт нашел. Какой? Короче, здесь халявно можно всего нафармить. Да, это серьезный рабочий сайт. А что за сайт? CSGO House или что? Долларов на халву дается сразу же. О, АВП бум выпало. Сейчас проверю. Вот. Мне еще выпадется. Покажешь демонстрацию? Что там такое? Сейчас попробую вывести. Так, сейчас ссылку на админ укажу. Если вывести, я тебе дам ссылку. А что ты выиграл там? АВП бах, прямо с завода. А что за сайт? Бесплатно? Да.
Чё за херня? Чё за херня? А, мне кажется, это разводос. Я не знаю, я сколько сидел на сайтах, мне ни разу ничего не выпадало. Ну, выпадал, конечно, ширп. Кейсы там или что там. Да ширп там всем падал, по-моему. Ну, все, кто не любит так принимать. В смысле? Чё? Сейчас чё, в ВП отправиться? Покажи демонстрацию. Сейчас, погоди, погоди, если придёт... Мне интересно просто, мне интересно. Я пока что жду, давай, давай повесели давай. Меня. Вот с экрана. Я посмотрю. $5 депозит. Выигранный предмет. Ошибка. Тут депозить надо. Ну? Ну тут можно просто так подкрывать кейсиков. Смотри. $20 на халву дается, вот я уже такую штуку открыл. То есть ты здесь можешь пооткрывать, потом задепозитить и вывести все это дело. Так и... Ну я думаю, это бред полный. Мне кажется, это полный разводос. Вот этот. Вот смотри, сейчас какой-нибудь Драгонлор выпадет. Ну давай сейчас. Чё выпадет? Чё выпадет? Чё выпадет? Ножик выпал, круто. И чё там, чё там? Неоновая революция. Да это разводос, всё. Такое не может быть. Такое не может быть. Драгонлор ещё выпадет. Нет, Драгонлор вряд ли выпадет. Хотя нет, у тебя там показывает то, что выпало твое, я не знаю. Опять! Это нереально, это невозможно. На $6 так. Ну, короче, изи. А, там же надо этим. Да, можем еще такой кейс открыть. Эм. Dragon Lore выпал? Да. Не бойся, чувак, за депозит ты просрёшь все свои $5. Такой открываешь, выпадает какой-нибудь керамбит такой, депозитовый, что там пишут то, что сайт фейковый. Прям почти дом выпадет, смотри. Или, блин, да что за фигня? Я не знаю. Бах, обрубил. Так, смотрим. Забрались? Не, еще не забрались. Тут еще дейли. Ну ты же вывести не можешь все равно. Смысл, знаю, смысл тебе они выпадают? Не знаю. Смысл они тебе выпадают, если ты не можешь их вывести? Да, это плохо. Тут может $3 выпасть. Это как бы, это, я понимаю, как депозит. Чё? Чё там? Доллар на халу. Это здесь, смотри. Здесь может купить 25 центов, а мне упало просто вот это. Нормально. А чё за сайт? Вот, сейчас скину. Копировать. Может, проверишь в своем видосике сайт этот. Отправился этот, мужик? Сейчас проверю. Не. Не, загрузка. Не отправился. Сейчас попродаю скинов, там же где-то должно хватать на ножик. Так, сейчас. Напродаешь скинов, откроешь ножик, выпадет ножик. Смотри, сейчас я переведу. Пообщаюсь с этим чуваком, короче. Тут есть, можно общаться с человеком. Я напишу, я сделал депозит $5, почему меня не вводится, все такое. И две неоновые революции выведу, они одинаковые совершенно. Бум и Азимов. Асимов. Азимов. Там Асимов просто написано. Что за фигня? Да это просто Google так переводит, наверное. Ну я знаю, но... Это пополни не... баланс с скинами. Вопрос-ответ. На $5! Возьми на $5, возьми, пополни скинами. А откуда? Я ж тебе калаш дал. Он там... А, ну ты дал мне калаш, ладно. Так. Я бы хотел посмотреть. Вот. Я зашел на этот сайт. Я не знаю, что сейчас здесь делать. Вот language здесь есть русский. Зачем ты переводил на Google? Не знаю. Вот. Сейчас тебе скину. Тебе промокод скинуть на $20. Ну я не знаю, давай, если хочешь. Сейчас, погоди. Так, где чувак? Вот он. Промокод, вот он, так. Копировать. А, ну понятно. Вставляю. Ну потом попробую, ладно. Но $5 я туда кидать не хочу. Вон, надо было, знаешь, какой кейс открывать? Видишь, какой? Там русский кейс. Сейчас поищу. Видишь? Оружие сет кейс. Сейчас погоди. Русский кейс, то смотри, сколько ножей. Тут керамбит есть. Гамма-доплер.
Коллекционеры, тут всякие. Тут Dragon Lore есть. Что за кейс, блин? Случай с русским. Русский кейс, вот. Ну я вижу, ни хрен. Ну здесь может выпасть. Мне кажется, тут падают одни драгонлоры и ножи. Перчаточный кейс. Там. А, ну перчаточный, чё? Тролл фейс есть. Не, ну здесь, конечно, круто. Тут. Открываешь кейс, тебе выпадает кейс. Хорошо. Эксклюзивный кейс. Вау! Вау! Есть тролл-фейс. Ну, Акихабара это просто тролль. И неоновая революция. И фул, ну, и фул инжектор, и это, и эмка. Так, подожди. Шедевр, просто тролль. Чё здесь есть самое дорогое? А чё здесь... Здесь же ведь из разных игр. Ну. Это фейк какой-то. Тут даже по ПБГ есть кейсы. Три кейса. Я зайду в тролль кейс. Здесь даже есть в этом Team Fortress кейсы. На этом сейчас сайте. Сейчас тролль кейсы будет Dragon War. Но здесь только... Нет, нет, тут ты... мало чего выпадает, ну ладно. Первый будет не опух. В смысле оно стоит дорого? Тут дороже ничего больше нету, походу. Я хочу попробовать окупить. Трей. Чё открываешь? В смысле? Почти эмка выпала. Ну, блин, почему? Ну, не знаю, я смотрю, у меня нифига не отправляется нож. Я не знаю, что. Я не знаю, что делать. Может, потом как-нибудь смонтирую тогда? Что тебе нож? Как смонтируешь? Ну, типа, вот, я же заснял, как колесик крутится, а потом я возьму, остановлю видео и, типа... Да-да-да, так лучше, и потом ты... То, что нож у тебя уже, я скажу, все, нож у тебя, все, пошли играть. Только я не знаю, что делать, он не грузится, понимаешь? Ну не грузится в Steam, понимаешь? Я не знаю, что делать. Так, ну здесь вообще можно посмотреть. Так, инспект. Так, еще посмотрим. Нет, это так. Что-то долго, блин, грузится. Я не знаю, что делать. Я не знаю. Сейчас давай попробую тогда. Я тогда попробую. Ладно, давай я тебе тогда это потом перезвоню, когда отправится, ладно? А тут 30 минут. Мысли? Не-не-не, давай тут оставайся. Так я 30 минут уже снимаю, ничего. Ладно, давай перезвонишь. А когда тебе перезвонить? Когда отправиться? Сам через покажу. Год, через два. Когда? Да блин. Ща. Давай. Еще раз попробую, я не знаю, что будет. Ладно. А может лучше Steam перезагрузить? Ща я кое-что еще попробую, кое-что сделать. Потому что у меня еще и КС включена, поэтому я не знаю. Может, ну, КС выруби. Ты что? Я же играю в КС. Да все играют в КС. Кого ты хочешь обмануть? Потом с тобой, может пойдем потом с тобой после того, как удачный обмен, надеюсь, в катку, в ММ-ку какую-нибудь. Я не знаю. Я, короче, хотя, когда тебя какой-то чувак хотел развести на нож? Ну да. Ты у него попросил ширп, а ты ему отдал ножик или нет? Я ему... Какой чувак, который из видео? Да. Я просрал два ножа. Даже три. За ширп. Да мне ширп даже не достался. Я первый нож скинул, блин. А чего мне первый нож не скинул? Ну, потому что я уже знаю то, что меня могут обмануть, поэтому я не доверяю. Ну я ж тебя не обманул. Откуда я знаю? То, что ты не скинешь калаш. Так, ну, да, автовыбор. Ладно. А, ну стоп, можем... Ты еще открывал кейс? Автовыбор. Ты еще кейс открывал? Смотрю.
Вы что-то пишете. Вы уже можете совершить обмен. Я не знаю, что. Ну и долго я здесь буду сидеть еще. Ну долго еще ждать. Долго очень. Ну да, 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 да. Как это долго. Да, 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 да. Чё? Долго очень все, я не знаю. Да. Очень все долго. Я не знаю, сколько еще ждать. Мне уже надоело ждать. Я не знаю, что делать еще. У меня баланс, знаешь, какой на CS Money? Какой? 18 тысяч. Я там тоже порой трейдюсь. Только трейдить тебе нечем. Ну, теперь за тебя, да. Ну, скоро МК сойдет с Кортисейрой вместе. А сколько тебе там на МК осталось? Сколько дней? На МК до 27-го и на Кортисейре до 27-го. Ну, ладно. Я не понимаю, чего я жду? Ничего не меняется. Ничего не изменилось. Слушай, а может ты знаешь, что сделаешь? А может ты скинешь мою ссылку на обмен на CS Money и какой-нибудь ножик накинешь? Лучше вместо этого. Любой совершенно. Ну давай, я тебе сейчас найду ножик какой-нибудь. Да любой совершенно. Даже хоть дай мне африканскую сетку. Мне пофиг. Подожди, подожди. Давай я тебе дам, знаешь, какой... у меня хватает денег на этот, как его, керамбит гамма-волны изумруд прямо с завода. Ты шутишь, да? Да зачем мне такой дорогой нож? Не надо. Он дешевый. Сколько он? 18 тысяч. Ты дешевый, ты шутишь? А, ну для тебя если дорогой, то ладно. У тебя калаш стоит сколько там, 800? В смысле 800? Дороже. Он 800 стоит. Вот, нафиг. А что за ссылка? Ну, обмен этот мой. Трейд. Ну сейчас попробую. Да даже купи. Там ты можешь даже взять мне какую-нибудь, допустим, дайте скажу, какой-нибудь складной нож, африканскую сетку. Хоть недорогой, но он крутой. Сейчас. Тогда вот. Так, твоя это. Так, сейчас ты... найду нож, подожди. Ищу нож, угу. Нажимаю нож. Так, сейчас найду. Самый дешевый тебе, самый такой. Какой интересный есть самый дешевый. Даже возьми я лучше Боуи нож или какой-нибудь там такой, типа. Он красивый, я люблю Боуи. Ты любишь все ножи. Я люблю бабочку, я люблю Боуи, я люблю все. Ну, бабочка, да, один из моих любимых ножей. У меня самый нелюбимый это керамбит. Давай я тебе керамбит дам. Ну, все равно можно. Давай я тебе. Вот у меня есть, смотри. Стоит 3000 здесь на CS Money. Самый дешевый нож это нож с лезвием крюком сажа, закаленный в боях. Понятно. Ну можешь его дать мне. Ты его видел вообще? Нет. Как он выглядит? Подожди, я его сейчас инспектну. Так. Погоди, я сам сейчас зайду на CS Money. Вот я сейчас показываю, как он выглядит. Я же видео снимаю. Это фигня какая-то. Но это нож. Это фигня, но это нож. Сейчас, погоди, я посмотрю, какой там. А я хочу вот что. Сейчас на видео покажу. Будет это как спойлер. Что я буду выбивать в следующем видеоролике. Какой ножик, да, там на CS Money? Блин, я забыл, как пишется. Ну ладно. Я забыл, как пишется императрица. Сейчас. АК-47. Так, правильно, надо вообще будет аутентификатор подтверждать. Сейчас хочу зайти, а то я там все постирал, все данные. Так. Вот этот я хочу нож. Ой, ну не нож, калаш, короче, сейчас покажу. Императрицу, да я понял. Нет, я показываю на видео, я не тебе еще говорю, я говорю всем. Кто будет это смотреть. А, ну так, сейчас погоди.
Это императрица. Прикол, если я буду выбивать из кейсов Spectre 2, и мне выпадет императрица прямо с завода. Которая стоит 47 тысяч. В смысле он такой оранжевый? Тут такие ножи есть, какие-то странные. А тут есть императрица, тоже поношенная. Я хочу... Которая за 3000. Вот, смотри, есть какой ножик, сейчас тебе скажу. Ну покажи, демонстрацию покажи. Это фальшен. Ну, фальшен тоже неплохой. Сейчас тебе покажу, тут фальшен, мне нравится. Знаешь, сколько фальшен? Не, фальшен мне не нравится. Сейчас. Ну, и... я говорю, ну, только себе. Вот. Смотри, блин. Сейчас покажу. Вот. Сейчас посмотрю, вот. Нож Боу и Сажа, но это у меня на аккаунте есть, ты можешь посмотреть. Ну, можешь мне такую дать? Ну да, но у меня там задержка. Нет, с CS Money. Сколько у тебя там, сколько там счет у тебя? А-а-а, 16 копеек! Да ты что? Ну, такой можешь мне? Я сейчас тебе покажу, смотри, демонстрацию экрана, видишь? Видишь демонстрацию или опять видишь? Ну кинь мне, пожалуйста, такой ножик. Видишь, смотри, сколько? 18 тысяч. Да, я вижу. Ты не видишь. Давай себе... Я себе драгонлор возьму. Не надо мне его. Я обмен, нажимаю. Сейчас ставлю твой коллаж. А стоп, а что я могу обменять на твой коллаж? Интересно. Автовыбор. Ты что, драгонлор можешь забрать? Максимальный сам... Ай-яй-яй. Ты что, драгонлор можешь взять? Ну почему бы и нет? У тебя не хватит баланса. Ну, я во всяком случае могу пополнить еще. Ну, блин, возьми мне, пожалуйста, нож Боу и Сажа. Зачем мне брать его, если... Я могу взять, и я не знаю, что взять. Ссылка на обмен там, я думаю, ты знаешь, как поменять ее. В настройках, может, где-то, я не знаю сейчас в настройках. Не-не-не, в профиль, я не знаю, где. Я не знаю, где посмотреть. Блин, пожалуйста, ну выйди такой ножик. Ща. Транзакции, ссылка на обмен, менять ссылку на обмен, получается. Поставь ссылку, пожалуйста, увидь такой ножик, прошу тебя. Сейчас. Как скопировать? А тут, если я его отклоню, обмен. Чего? А если тут ножик и придет, я отклоню обмен, потому что я буду уже счастлив, радостный. А коллаж можешь себе оставить. Да? Да. Я тебе уже давно говорил это. А, ну и... То есть калаш я могу забрать себе, да? Да, он твой. Навсегда? Да, зачем точно? Он мне? Точно? За нож, да? Ты мне хочешь отдать свой калаш? Ну! А ты знаешь, какой у него флот? Знаю, 0-1 там с чем-то. Нифига. А какой? Он вообще самый такой... Он голубенький, он вообще самый дорогой, его... Да мне не жалко. За 800. Его можно, знаешь, за сколько продать? За сколько? За 8 тысяч. Да забирай, говорю, дай мне ножик, пожалуйста. Я его обменяю сейчас на несколько ножей и дам тебе сажу. Да не. Да. У меня как раз... Сейчас посмотрю, сколько сажа стоит. Сажа. Да ты... Ну, сажа стоит 3800. Сажа... Блин, у меня не пишется. Если после полёва. Сажа. Сейчас посмотрим. Керамбит, штык-нож. Тебе себе. Какой? Нифига себе, фальшивом поверхностная закалка есть. Дорогой. Сажа после полёвов там есть. Тип ножа какой? Керамбит, нож Боуи. Какой? Нож Боуи, например. Он стоит 3755. Самый дешевый, но он... Посмотри, кстати, на CS Money такая штука есть. Фальшион, поверхностная закалка. Ни хрена, чем красивый. Фальшион... Как название еще раз? Немного поношенная. Она такая красивая. Название полное, она... А, фальшион, поверхностная закалка. Фальшион... Так, закалка. Тоже может, прикольно. Закалка. Она 4000 стоит. Поношенный. Ну, но я есть знаю. Немного поношенный, он стоит 8. 5. Ща, мам, блин, подожди. А чё хочет? Да покушать. А, покушать? Ну иди покушай. Да не, давай. О, скинь обмен, пожалуйста. Выбери вот этот боу или... Ну, пожалуйста. Почему пожалуйста? А?
Пожалуйста, плиз. Зачем? В смысле зачем? Ну просто вопрос, зачем? Ну просто хочу с ним побегать. То есть ты хочешь получить нож, чтобы просто на нем бегать? Сейчас. Нет. Чтобы бегать с ним, да? Нет, я могу уже поднять потом еще больше чего крутого. Но главное не слиться. А так я с ним буду играть. Главное, поставишь нож и сольешься. Будет вообще смешно. Да не смейся никуда. Я даже не буду ни о чем играть, когда у меня нож, все, у меня будет все, что мне надо будет. У тебя будет нож, и ты его сольешь, это будет вообще смешно. Я тут её вспеваю. И еще проиграл калаш. Это будет вообще смешно. Это будет очень смешно. Я знаю. Ну блин, скинь, пожалуйста, я же кинул. Сейчас. Нифига себе, в смысле пиксельный камуфляж? Не розовый, вообще фиговый. Конечно, это сувенир. Я тебе кое-что сейчас покажу. Я вывел Драгонлор. Видишь? Где? Экран видишь? Да. Я вывел Драгонлор. А, нет, это ты осматриваешь. Да, я его смотрю. Ой, фу, какой он покой. Было бы смешнее, если бы ты правда поверил. Не-не, я знаю. Ты знаешь, что у меня всего 18к, и я вывел, я был... Интересно, что можно за 18к? А, ну здесь можно, цена. 18. Сколько ты думаешь, это так стоит? Что именно? Сколько думаешь, это такая стоит? Что именно? Который я тебе скинул, АК, сколько думаешь, стоит? АК стоит 800 на ТП, торговой площадке. А здесь 8 тысяч. Где? Здесь. На CS Money? Твоим флотом. Ты видел свой флот вообще? Я тебе еще... Он еще с наклейкой, знаешь? Ну. Ну. Так, за 18, смотри. А, ну ты не можешь видеть, подожди, я сейчас покажу. Почему? Я сейчас сам посмотрю, что там есть. Демонстрацию крана, вот. Видишь демонстрацию крана? Что есть? Видишь? Сейчас. Да, вижу. Смотри, вот что можно. Вот у меня 18 тысяч. Вот я что вам могу взять. Да зачем мне это все дорогое? Мне что? Да я себе смотрю, не тебе. Тебе я уже выбрал. Просто смотри, что мне взять. Смотри, сколько всего есть. Самое дорогое это вот что. Но огонь Чантика мне что-то не нравится. У меня такой был. Понятно. Ну давай побыстрее. Перчатки. Вот перчатки вот хорошие, я их возьму. Я беру перчатки и ухожу отсюда, все. Да блин. Хорошие перчатки, смотри. Ладно. Я тогда огонь Чантика хочу. Я хочу... М-ку, я возьму М-ку. Обмен. А, нужно. А, ну хотя. Так, 18, минус 18. Ладно, я обмениваюсь. Я хочу окончить антика. Все, я обмениваюсь. Так. Так, как вывести? Так, все, трейд пришел на чантика. Сейчас я тебе покажу чантика. Ты его даже не выводил, в смысле, ты о чем? Я обмен нажал. Нет. Да. Че тут можно еще? А, вот что. Тут столько можно этих рейс. Ты серьезно забрал Чинтика? Что? Ты серьезно забрал Чинтика? Да. Блин, так дай мне калаш и все. Что? Да, ты лучше тогда калаш и все. Ну то есть я тебе должен нож и калаш, да, еще? Ну ты мне сказал. Не можешь... Ладно, все, отдай, я пойду. Что? Куда? Сейчас приду. Иду. А, ну ты уходишь, все? Сейчас, погоди, я иду. Что? Ну все, я тогда пойду, да? Я могу пойти? Да. Я могу уйти? Что? Я могу уйти? Нет. Ну ты же покушать пошел. Не, я тут. Давай ты покушаешь и потом придешь. Не надо. Ну ты что, кушать надо. Ну блин, ну не томи, пожалуйста. Ну, можно потомлю? А, что здесь еще? Dota Money есть. Сейчас посмотрю Dota Money. Так. Так, огонь Чантика, вот.
Сейчас я смотрю огонь чантика. Так, перезахожу в КС. Смотрю. Вот она! Огонь чантика, вот она. Вот она, сейчас посмотрю. Огонь чантика, вот. Демонстрация экрана. Вот огонь чантика. Ты осматриваешь ее. Да блин! Да хватит меня палить! Это нечестно. Чё пишешь, чё пишешь? Или кто мне пишет, чё? Кто-то мне что-то написал. Ну ладно, это не важно. Ну все еще грузится, я не знаю, как сделать на Steam. Я уже Так если я выведу, как я потом перешлю? У меня же на этот аккаунт смысл. Я себе опять. А здесь можно здесь можно только свою ссылку вставлять. Тут сайт пишет, то что можно только свою. Тут можно, там только можно свою. Обновить. Ну вот я вставляю твою ссылку, нажимаю обновить, у меня пишет то, что только свою можно. У вас неверная ссылка. Ваша. Тут можно только на себя. А если я на себя, у меня опять будет на этом... на моем аккаунте, где... этот... нож бабочка. Ну чё, ты когда кушать пойдешь? Не сейчас. А когда? Ну, через 10. А, ну тогда давай, я подожди 10 минут и все. Да не, я потом вернусь. Ну, когда вернешься, я тебе позвоню тогда. Просто мне сейчас надо вот... Я сейчас досниму и выложу на YouTube. Как ты меня киданул? Не, я еще подожду 27 числа. Какого числа 27-го? Зачем он тебе? Да. Ну у тебя же М-ка освободится. Я тебе никуда не отдам кофе. Ну не отправляется. Закинь просто муж и все, какая тебе разница? Так смысл, если я его опять выведу на тот аккаунт, то смысл, у меня там будет и нож бабочка, и еще один нож. Я опять буду кидать, у меня опять будет загрузка. Ну блин. Почему? Я же не знаю из-за чего. Из-за чего? Я же не знаю из-за чего. Я откуда могу знать, из-за чего это происходит? Не грузится. Покажи демку, пожалуйста, не врубай. Что у тебя там за загрузка? А я не знаю. Да ты показывал, сразу вырубал. Потому что там ничего нету. Ты что, у меня теперь огонь чантик, у меня Dragon Lore сувернирный. Ты что? Ты мне не веришь? Пожалуйста. Ты мне не веришь? Ай, ладно, давай пока. А, ну все, ну давай. То есть, смотри, ты мне оставляешь свой коллаж. Коллаж АК-47 будет в красок. Ты мне оставляешь его навсегда, да? Ты мне его даешь. Да? Даришь. Да? Угу. Точно? Да, забирай. Я думал, ты не кидала. Алло. Да, что? Я думал, ты не кинешь. Так я не кинул. Чё? Я не кинул. Ты меня обманул. Чем? Да ты мне не скинул, можешь. Что? Ну ты ж хотел рубрику снять. Да. Хотел. Ну а почему ты ее не снимаешь? Ну почему ты не можешь скинуть? Ты можешь. Так потому что скинул только коллаж. Я скинул тебе коллаж. Да. Я не сомневаюсь. Я кто-то в Стиме, что ли, все отправил? Или кому? А что ты хоть серьезно? Покажи демку. Что там нельзя скинуть? Почему? Объясни. Так я не знаю, что происходит. У меня просто не кидается. Добавь меня в друзья, вот почему. Почему? Потом удалишь меня из друзей в Стиме с того аккаунта. Просто так вот, добавь, я тебе сейчас ссылку скину. Я тебе кидану, понятно? В смысле? Вот я кидаю. Я кидаю, понятно? Можешь? Нет, я тебе кидаю. Что ты кидаешь? Тебя. Зачем? Чтоб ты посмотрел. Сейчас, погоди.
Видишь, я тебе отослал? Что ты мне отослал? Ссылку! Где? Хотел сказать, в Стиме, в Скайпе. Ссылку видишь? Да, вижу. Вот с этого аккаунта я пытаюсь тебя отправить. Давайте добавлю. У тебя профиль скрыт на нем? Да, потому что там у меня МКВой. Добавь. Открой, у тебя инвентарь скрыт? Да, наверное. Вот почему ты не можешь обменивать. Так подожди, нет, у меня нормальные. Я серьезно говорю, ты из-за этого не сможешь обменивать. Ты что? Я тебе в реале говорю, ты не сможешь. Так у меня аккаунт нормальный, ты что? Он у меня не скрытый. Он открыт для друзей. Добавь меня тогда в друзья. Вот я смотрю, редактировать профиль, вот. Я нажимаю настройки приватности, тут написано открытый, 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 и галочки нет. Нет, я говорю, ты тогда не, я тогда не смогу. Ты тогда не сможешь отправить, если ты меня в друзья не добавишь. Так я и кидаю сам себе. Понимаешь? Друзья. Да ты ничего не принял. Что? Ты еще не принял. Так я еще не принял, друзья. Ну добавляй меня в друзья. А зачем? Чтобы отправить, боже. Так я отправляю на свой аккаунт. Что? Я отправляю на свой аккаунт. Отправилась? Надеюсь. Нет. У меня загрузка идет. Ты понимаешь? Уже час прошел. Ты этого понять давай не можешь. Лучше скинь на мой сразу, по прямой, пожалуйста. А зачем тебе? Я кидаю сначала себе, потом тебе. Да зачем? Чтоб ты спросил. Ай, ну добавь, говорю, лучше. А то у тебя может, потому что ты с двух аккаунтов сидишь. У тебя КС-ка открыта, у тебя все открыто, у тебя записи. У тебя пойду... Сейчас, погоди, я пойду. У меня КС-ка открыта вообще на этом аккаунте, который этот. С которого я ММ играл. У меня в браузерах открыт, на одном браузере у меня открыто... Погоди, я приду. А, ну надеюсь, ты кушать пошел? Надеюсь, то, что пока кушать буду, ты скинешь, честно. Нет, не скину. Ладно. Потому что ты кушать пошел. Честно, ну скину. Иду, мам. Я тебе сказал! Ну все, ладно, давай пока. Давай пока, я тебя отправлю тогда. В следующем видеоролике увидимся, давай. Ты ушел там кушать и все. Алло! Ты где? Ты куда пропал? Эй! А, ну все, ты ушел, значит, да? То есть ты слился, ты не хочешь мой нож. Алло! Смотрите, какие он ножи не хочет. Я ему хотел нож отправить. Вот, я доказываю, что ножи у меня есть. Вот, стой, там еще один был. Вот, один нож. Нож Бобу после полевых испытаний. Вот, который здесь был. Алло! И вот еще нож. Ты тут? Я пошел. Алло! Ты где? Ну все, я тогда пошел давай, у меня тут дела. Ты здесь? Или тебя здесь нет?
Алло. Я тебе не отдам калаш. Алло. Алло, алло, я тут. Ты покушал? Да. Кого ты обманываешь? Я поел. Блин. А чё? А. Я аж испугался. Я думал, калаш пропал. А у меня просто здесь еще скины я вывел. Я как понимаю, ты не будешь скидывать, да? Ну, конечно. Да, хорошо. Алло. Эх, я так и знал. Хорошо? Чё? Хорошо? В смысле хорошо? Я вопрос задал вообще-то. Какой? Я микро вырубал, все динамики случайно вырубил. Ну ты сказал то, что все, ты думал, что-то там такое, что-то думал. Ну я тебе сказал. И спрашиваю, хорошо? Ты меня не можешь ответить. Не, ну блин, почему, какая тебе разница отправить нож? Ты сам, блин, снимаешь на видео это. Я знаю. Ты подождешь? Чё? Ты подождешь? А сколько ждать-то еще? Получается, сейчас скажу. Сейчас посмотрю календарь. Значит, получается где-то через... Ну, через полгода, да? Хорошо. Значит, где-то примерно... Примерно в июне тогда, да? Что? Тебя многие люди кидали, я тебя не кину. Какие ко мне претензии? Так... Никаких. Ну тебя люди многие разводили просто так. Я ж тебе отдал калаш. Да. Ну, они тебе да ничего совершенно не давали. А ты им ножи, а я тебе дал калаш. Почему мне нельзя дать нож? Потому что я тебя проверяю. Да я тебе отдал калаш. Да я верю. Ты не поверишь, но я тебе верю. В общем, я буду ждать, ладно? Да блин, ну пожалуйста, добавь друзей, скинь мне напрямую. Так смысл, если так же будет? Потому что у меня и запись идет, у меня и все идет, понимаешь? Ну, ты пока что мне прям напрямую скинул. Так как я тебе скину, у меня не кинется, понимаешь? Я уже и себе стал кидать, и на второй свой аккаунт стал кидать, и на третий свой. У меня не получается скинуть с того аккаунта, ты понимаешь? У меня загрузка просто идет. Ножом тоже, и где есть обмен? Что? У тебя есть какой-нибудь аккаунт с ножом, и где есть обмен? Да. Какой? Кроме этого. Ну, есть с ножами, но зачем? Ну, скинь мне оттуда хоть ножик один, да любой. Давай я сейчас тебя скину тогда. Подожди. Сейчас. Сейчас. Добавить друзья. Сейчас, сам себя найду. Вот, я тебе сейчас отправлю еще один мой аккаунт. Ладно. Давай. У меня есть такой вот аккаунт. Если это конечно, правильно. Да, это правильный. Вот, здесь есть, значит, инвентарь. Я тебя сейчас скопирую. Отправлю. Так, получается вот так вот. Смотри, видишь там, это инвентарь. Я тебе скинул. Видишь нож? Сейчас прогрузится. Видишь волны? Волны, видишь? Волны. Вот. Захожу. Ну, да. Ну. Ну и все. Ты мне его не дашь, я знаю. Ну. Он дороже бабочки стоит. Ну. Он стоит 15-18, сколько-то так. 18? Да. Так, еще вот я сейчас скину еще один аккаунт мой.
Я знаю, ты даже нож мне не дашь, ну честно, даже любой. Так я тебе дам! Но ты подождешь? Сколько? Ну честно, давай. Значит, получается 27 числа. Ай. Ну это недолго, это еще вот неделя осталось. Это же сколько? 15 дней? Получается. Да блин. Что, блин? Я тебя по-человечески прошу. Да? А у тебя два аккаунта с этим ножом? А почему бы и нет? Или это один и тот же, в смысле? Это разные аккаунты. Как так-то? Ну, на выводил, чё. Я а, же... ну да, там серьезно разные, там друзья разные. Ну блин, ну дай мне вот этот. Ты любой совершенно нож. Да. Ты так всех кидаешь. И потом только нет. Записываешь, ты только записываешь те, кто тебя кинули. Те, кто тебя не кинули, ты просто не выкладываешь. Те, кого ты кинул. Я тебе говорю, ты подожди до 27-го. Да не хочу мне ждать. Ну тогда как ты хочешь получить нож? Я не понимаю, если у меня не грузится. Да ты просто выкладываешь, скинь мне обратно обмен и все. А у меня задержка обмена. Я нет задержки. Да ладно, я подожду эти дни. А, ну то есть ты подождешь, да? Ну верни, все равно, хотя бы калаш дай мне, и все. Мне уже сейчас уроки надо делать. А в каком ты классе? Я в седьмом. Ну, значит, тебе сколько, 12 лет или сколько? В смысле? Мне 14. Ты в седьмом классе, тебе ведь 14? Да что, 13, ладно. Да ладно. Вот ты тебе разница, блин, ну хватит. Ну просто я спрашиваю, ну блин, ты в седьмом классе, тебе 14, что такое? Ну сколько тебе, честно? Я просто запись уже остановил. 13. Честно? 13. Честно? Да. Я просто уже не снимаю, я просто вот так спрашиваю уже. Тебя как человека. Алло. 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 Слышь? Алло. Алло. Да. Алло. Да, я слышу. Я уже не снимаю. Я тебя просто спрашиваю, тебе сколько лет просто? 14. Ой, какой 14, да, я тебя аж обманул. Не трас, ладно, мне честно. Кого ты обманываешь? Ты даже меня на возраст обманул. Ты хочешь меня тоже на нож обмануть? Я тебя раскрыл. Я тебе калаш отдал. Какой мне нафиг нож? А, ну то есть тебе не нужен нож, да? Да нужен, но ты его не отдашь, я знаю. Почему не отдам? Все, пошел, уроки. Короче, смотри. 27 числа я тебе тогда звоню и даю нож. Не надо мне ничего, все. А, ну то есть ты отказываешься, да? Да. То есть тебе не нужен ни калаш, ничего не нужно, да, не нож. То есть ты сам решил отказаться, да? Алло. Алло. Я тебе предлагаю нож. Я тебе даю нож Кровавого Паутина 27 числа. Если не получится, я скину тогда с другого аккаунта, как раз 27 числа у меня откроется на моем первом аккаунте, на котором я играл в ММ, у меня там два ножа. Я тебе могу или сажу, или нож с крюком и лезвием отдать. Алло. Алло. Я тебе еще раз говорю, ты хочешь отказаться от ножа. Но я тебе еще раз говорю, то что 27 числа можем попробовать, но я не уверен, то, что нож бабочка отправится. Не знаю почему. Но 27 у меня заканчивается задержка на аккаунте с ММ, на котором я играл. Там с крюком и лезвием есть и нож Боу и Сажа. Как бы можешь... Я тебе еще раз говорю, давай попробуем 27. У меня как раз задержка закончится на первом аккаунте. Да не надо мне ничего, не надо твоих ножей, все. Точно? Точно. Вот ты отказываешься прям вообще. Вот на видео ты отказываешься от ножа, понимаешь? Ты скинул калаш уже, ты уже далеко так зашел и отказываешься от ножа. Я просто обычно кидал, как и все. Только с каналом. Ну конечно, ну я тебя просто спросил, ты отказался сейчас. Я тебя попросил, подожди просто. Чё? Я тебе же говорю, ты просто подожди. Да не хочу я ждать. Но ты не можешь сказать то, что я тебе кинул. Да блин, тогда ты просто калаш, скинь обратно трейд.
и все. Ну и ты уйдешь, ты не захочешь нож. Тогда смысл видеоролика? Ну блин, такой. Ну то есть ты хочешь слиться и все. Не снимать ты видеоролик. С кошем ходить. И все. Я тебе предложил, давай я попробую 27-го, и все. Да я... не надо, мне твои 27-е, блин, серьезно. Ну тогда я не знаю просто, чем тебе. Я сейчас хочу, мужик. Так я пытался отправить, понимаешь, я тебе показывал демку, я тебе показывал на CS GO Money, ну на CS GO Money нельзя. Эти... Да я понимаю, ну, блин. Поменять обмен, понимаешь, если я поменяю опять на тот аккаунт обмен, то опять там будет загрузка. Что? Ты показывал ножку. Что? Ты пропадаешь? Алло? У тебя микро пропал. Уже прошел час 8 минут. Скинь оттуда нож. Откуда? Я тебе еще раз говорю, в скинапе. Ой, не в... Блин, сейчас. Короче, CS GO Money. А, с другого аккаунта. Там задержка. У меня только два аккаунта без задержки. Понятно? У меня задержка заканчивается 27 числа. Ну или выведи себе нож. Где, о, девочка? Любой, короче, оттуда кинь. Так я не могу вывести, понимаешь? У меня не грузится, понимаешь? Вот в чем проблема. Я тебя скинул давно, боже, час назад, но у меня не отправляется. Я не знаю, как еще объяснить. Так а зачем я тебя добавлю? Да просто чтобы обменяться. Так я не смогу обменяться, понимаешь, у меня загрузка. Там на любой аккаунт, я даже вот на второй свой пробовал, ничего не получается. Я тебе предлагаю ждать до 27-го. Да не, просто зайди на аккаунт, где там девочка с аватаркой. И... Я тебе могу сейчас вернуть калаш и встретимся 27-го. Нет, а калаш? Что? Калаш. Что калаш? Ну, калаш и все шмотки, которые были. Наклейки можешь чем-нибудь. Я тебе предлагаю так, я сейчас возвращаю скины, и 27-го мы опять встречаемся, и я тебе передаю нож. Да не надо мне эти ножи, просто дай лучше калаш с скинами с ними, и все. Так ты же сказал, что тебе калаш не нужен. Нужен, почему? Ну, блин, ты мне только что на видео сказал, что калаш ты мне даешь точно. Я думаю, что ты мне дашь нож. Ну. Потому что... Я тебе предлагаю, давай 27-го встретимся, и я тебе отдам да нож. Мне нужен, не надо, я не хочу ждать, понимаешь? Ну так в смысле, а ну, калаш-то уже у меня? Ну тебе его тяжело вернуть. Ну... Как же долго. Уже общаемся. Я бы уже 2 ММ сыграл бы. Или 3. Я тебе предложил, давай 27-го встретимся, и я тебе дам нож. Да не нужен мне нож. Много чего может произойти до 27-го. Так это вот, вот через неделю будет уже 27-го. Это долго ждать, знаешь. Неделю долго ждать? Да. Ладно. Не хочешь нож. То хочешь нож, то не хочешь нож. Я тебя не понимаю. Ну блин, я думал, что я тебе отдам калаш, и ты мне дашь нож. Так я пытался отдать, понимаешь? Да зачем ты себе скидываешь? Почему сразу мне нельзя? Так как я тебе скину? Я не понимаю. У меня ссылка да твоя не... Да с того аккаунта. Потом скинешь мне трейд туда и все. Зачем мне так делать? Ну просто, потом удалишь меня из друзей. Так, надо подумать. А смысл этого? Ну блин. Ну блин! Раз... Тогда ты мне отправишь. И тебе покажется, что ты серьезно отправил. Так же будет проще. Ну, не знаю. Может быть. Давай так попробуем, пожалуйста. Пожалуйста? Просто уже 7 часов, ты понимаешь? Мне сейчас... А у тебя сколько время? Просто на компьютере сколько? 18:44.
У меня 18:42. Мне надо бежать уже. Давай потом созвонимся, я тебе дам. Ладно? Да, блин, просто хватит. У меня сейчас дела, я бегу уже, все. Да ты, блин, хватит шутить, ну блин. Да я не шучу, реально, вот. Я сейчас опять заново начал снимать. Ань, да верни просто калаш и все. Так я не могу. Я тебя по-человечески прошу. Ну да. Я верю. Я хотел просто нормально обменяться. Я мог в брусья куда-нибудь пойти, на рулетки. Так ты сам так решил. Я тебя не заставлял. Ты сам решил обменяться. Я хотел по-человечески обменяться. Так вот, я по-человечески пытался обменяться. Ты не соглашаешься. Я по-человечески тебе говорю. Давай до 27-го подождем, я тебе дам нож. У меня как раз вот... И все. Так я не могу его дать, я его продал уже. Да блин, ну хватит. Ты понимаешь, что я его продал уже? У меня его нет. Он тебе есть. Да где? Покажи. На том аккаунте. Так я его продал уже, понимаешь, Калаш? На CSGO Money только что. Ты это видел? Не видел там ничего сейчас. Ты на него последний раз... Ты просто профиль скрыл и все. Ну? Эх. Эх, подожди, короче, до 27-го и все решим. Да давай, да. Так давай подожди, все, что ты не можешь так? Да не, короче, ладно, все, оставляйся себе, ладно, давай, я пошел. Давай, я тебе потом позвоню, ладно? Да не надо мне ничего, все. Я позвоню тебе, ладно? Не надо мне звонить. Я тебе позвоню 27-го. Ты даже не звони, все. Я позвоню. Не старайся сидеть. Я позвоню, давай. Я позвоню. Да меня я не просто сами не беспокой тогда. Что? Я просто поставлю на не беспокоить. И все. Я тебе все равно позвоню 27-го. Отдам калаш. Ты не дозвонишься. Позвоню. Я там в скайпе. Вообще. Я зайду в скайп 27-го. Да я не увижу даже твой звонок. Потому что я не играю по скайпу. Ну я 27-го войду тогда, запомни, не знаю. Пометь. И дам тебе нож. Да не буду запоминать. Да все, просто забери. А, ну то есть ты не хочешь ни нож, ни калаш, ничего уже не хочешь. Да не надо, все, ладно. Я знаю то, что меня кинул, все. Нет. Да. Нет. Так чем ты докажешь, понимаешь? Да я не тут все это время снимал. Что снимал? Дабы разоблачить таких вот. Да? Да. А я что-то не видел. Я до сих пор вижу твою демонстрацию экрана. Да, я ее вырубил. Давным-давно. Нет, я ее вижу еще. Да, 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 да. Да, ты сейчас на рулетках сидишь. Я сейчас вообще-то в стиме. Ну ладно, давай тогда. До 27-го тогда. Да я не буду 27-го никому отвечать. Все, я сказал. Мне просто нужно сейчас видеоролик выложить. Ладно? Как ты меня киданул? Правильно. Напишу прям. Кинул Владика на калаш. Вот. Ну это было правильное название. Что? А не какой-нибудь кликбейт. Короче, напишу, кинул Владика на калаш. Буйство красок. И все. Блин, объясни, какая тебе разница? Я объясняю, я тебе предлагаю нож. Ты мне уже скинул калаш, ты понимаешь, ты уже... Можешь, да. Ты уже дошел до того момента, как получить нож. Ну, понимаешь, ну, не отправляется он. Я уже сколько раз сейчас обновил страницу, но не отсылается он никуда. Ни на другой аккаунт, никуда. Я на твой пытался по твоей 3 ссылке отправить. Не получается. Понимаешь? Остается ждать только до 27-го, когда у меня аккаунты все пройдут аутентификацию и отправить оттуда. Да зачем, блин, ну пожалуйста, давай сейчас. Хоть так я не могу сейчас. Я тебе говорю, я хоть пытаюсь. Хоть может быть калаш, да что угодно. Я тебе ничего не могу скинуть. Почему? Потому что у меня не отправляется. Ну закрой все, оставь только скайп и КС. Не КС Го, а Стив. И все, и отправь. Я так не могу. Ладно? Нет. Нет. Нет, не, нет, нет, нет. Ты и
там весь голос за... Ну, что? Уберешь, да? Что? И ты весь голос уберешь, да? Там специальное видео. Что? И тебя очень тихо слышно, тебя очень пропадаешь ты. Ну, тогда вот так. Так нормально. Что? Ты, небось, видео весь голос уберешь, скажешь то, что ничего не было, просто так. Я голос уберу и поставлю другой голос. Типа ты просишь от меня коллаж. Да тебе многие люди просто так кидали, я тебе что сделал? Я тебе говорю, да подожди ты до 27-го, я тебе кину нож. Не хочу я ждать. Да подожди, ничего не будет, ну неделю подожди. Я еще другому человеку отдам нож 27-го как раз. Да какому человеку? А у меня в скайпе там какой-то есть этот, какой-то этот, чебурашка. Ты тоже ему ищу. Ты его так же обманул, как меня? Нет, он еще не кидал скины. У нас честный обмен. Мы договорились одним трейдом. Он мне кидает АВП Dragon Lore, я ему кидаю нож. Ножи. Да, да, да. Тогда ты ему калаш сейчас. И потом тогда обменяемся. Давай. Что? Давай сейчас ты мне калаш отдашь, потом с тобой обменяемся. Я не понимаю. Давай, короче, сейчас ты мне вернешь калаш, и потом 27-го. Ты мне ножик и чиколаш. А так будет нечестно. Честно все. Нет. Я знаю, зачем ты... 27-го я просто трейд с ножом скину, и все. Зачем мне калаш? Я знаю, чего ты ждешь 27-го. Ты хочешь, чтобы тебе скинул и эмку, и АВП. Да нет, я... Нет, ты что? Ты думаешь, я такой? Я не из этих, нет. Ты за кого меня держишь? Ладно, да. Забирай, я даже 27-го говорю 100 раз. 27-го я тебе позвоню, кину трейд. Ну, хотя ладно, я тебе просто кину трейд, ты это сам увидишь и сам зайдешь в скайп. Хорошо? Ладно, давай, договоримся. И ты меня скинешь еще М-ку и АВП. Если первым ты можешь скинуть. Конечно. Ну ладно, давай. Я не знаю, потому что меня не отправляется. Ты понимаешь, я бы сейчас отправил, понимаешь? Я снимаю уже видео, то, что должно было отправиться, но меня не отправляется. Понимаешь, в чем проблема? Я хочу отправить, но у меня не отправляется. Мы уже разговариваем час 20 минут, понимаешь? Давай до 27-го подождешь и все. Погоди. Что погоди? Мне уже надоело, мне надо уходить сейчас. 19:00 будет все. Понимаешь? Сейчас 10 минут и все. Уже 18:50. Сейчас через 10 минут я выхожу. Куда? У меня дела есть. Понятно. Но я же не только в КС играю. И прошу скины. У тебя, значит, 10 минут. А, блин. Ну, у меня примерно 10 минут. Конечно, ты, конечно... Что? Ну, ты, конечно, знаешь, что ты не сможешь. Потому что зачем тебе добавлять меня? Потом бы, конечно, удалить. Зачем мне добавлять тебя, чужого человека, незнакомого, к себе на основной аккаунт, где лежит бабушка? Я тебя потом, ты меня потом удалишь. Ты меня потом из друзей удалишь. А зачем мне тебя удалять, если ты и так спалишь мой аккаунт? Я и так уже спалил. Ты не спалил его, он скрытый. Викстран. У меня есть такое приложение, которое сможет сделать, что раньше было. Кстати, да, это Wayback Machine. Это что? Не приложение, это сайт. Wayback Machine. Знаешь? Ну. Ну. А смысл? Ты в прошлое вернешься, и что? Ну, у тебя там будет ничего не скрыто, просто... А там всегда было все скрыто уже изначально. Там с какого-то 2009 года. Как я зарегистрировался, так я и скрыл. И ты бы не смог сделать. Тебе бы никто не смог отправить обмены. Что? Тебе бы ни один сайт не смог бы обмен отправить. Так я, когда мне нужно, я открывал. Но открывал я на минуту, так что Wayback Machine, наверное, не спалит. Это все. Вряд ли он спалит. Если ты на минуту открыл, отправился обмен и все.
Ну, может, и спалит. Ну, поищи, может, правда спалит, я не знаю, по ссылке давай. Ну, вряд ли там спалит. Что? Вот зачем? Смотри, вот за... я понимаю твой обман, знаешь, каким способом? Ты тому же чуваку тоже предлагал ножик, бабочку. Так, нет, хотя... подожди. Я чуваку другому по скайпу... У нас один обмен. Мы договорились на один обмен. Он мне кидает Dragon Lore, я ему кидаю несколько ножей сразу в одном обмене. Я не про этого, который, типа, где видео было, меня обманули на нож. Да! Там ты тоже предлагал бабочку. Нет. Там с лезвием крюком я предлагал. Ну, работает твой вейбэк-машин? Алло. 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 Вейбэк-машин работает? Ну, давай, мне уже уходить пора. Ну, осталось у меня 5 минут, давай. Покажи мне вейбэк-машин. Ну просто я на него никогда не заходил. Давай, покажи. У тебя какой-то мальчик тут с пистолетами, написано Go. Такой мальчик, короче. И написано Владик. Алло. Да какая тебе разница? Что? Нет, ты сможешь честно про этого сниму обмен? Да. Вот честно, вот говорю, вот я сейчас опять снимаю. Я честно отправлю тебе обмен. 27-го. А этим чуваком ты какие ножи отправил? Чувак, я тебя очень тихо слышу. Этим двум чувакам такие ножи скинул. Тебя очень тихо слышно. Каким-то двум чувакам что-то скинул, подожди. Заново скажи. Алло? Этим чувакам ты какие ножи скинул? Я им скинул нож, штык-нож, градиент и нож Боу еще один у меня был, обычный. Алло? 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 Ты слышишь? Алло. Ты слышал? Слышу. Что? Я им скинул штык-нож. Градиент и нож Боуи обычный. Алло. Откуда эти у тебя ножи-то были? Ну, хорошо потрейдился, хорошо обменялся. А на какой ты их аккаунт скинул? На ихний. Смотри, на ком у тебя эти ножи лежали? Ну, изначально у меня на самом основном, там, где МКВой. Которого тебе нет. Что? Которой у тебя нет. Есть. Почему нет? Есть. Блин, короче, смотри, а почему у тебя вот эти вот баланс на CS Money от какого аккаунта? От медведя. От аккаунта Money. Медведя. Вот, а, да, ты не видишь, ладно. Там есть аккаунт медведь, то есть это вообще аккаунт совсем другой. Кинь на него любой ножик, и потом не кинь его оттуда. Так это тот аккаунт, на котором бабочка, ты понимаешь? Это сложно, понимаешь? Это очень сложно. Я не могу. Я хочу. Ты можешь меня понять? Ты не хочешь мне ничего, конечно, скинуть? Я хочу, понимаешь? Я тебя попросил, давай 27-го. Я тебе позвоню, скину нож. А почему так тянул? Потому что у тебя, у меня 27-го заканчивается задержка на аккаунтах. У меня заканчивается. Если... задержка. Я тебе могу показать, Сейчас, если получится, посмотреть. Я... Хотя нет, не получится, придется перезаходить. У меня заканчивается задержка на обмен 27-го. И как раз 27-го я еще этому чебурашке скидываю ножи. Ну покажи хоть. Задержку. Я не могу показать, я спалю свой основной аккаунт. Я понимаешь, я не могу спалить логин. Этот-то ладно, мне пофиг на этот аккаунт. Я его купил за 2 рубля. А что я сделаю с твоим аккаунтом, боже? А это не тебе. Ну мало ли, какой он подписчик возьмет меня, взломает. Ну хотя ладно, мне все равно.
А там у тебя обмен, что ли, типа, не работает? Где? На основном аккаунте у тебя должен работать обмен. На... Я имею в виду основной, который я ММ играл. Там идет задержка, у меня 15 дней. Ты вот если отправишь мне обмен, там будет написано то, что нельзя обмениться со мной. 15 дней. У меня задержка заканчивается 27 числа. И как раз я отправляю ножи. У меня на всех аккаунтах аутентификатор идет до 27-го. На трех аккаунтах у меня. На двух нормально все работает, на двух нормально все это. Еще есть один, но он основной, и я на него что-то не хочу кидать ничего. Алло? Ты где? Да 2 минуты, 1 минута. 1 минута. Владик? Все, давай я заканчиваю видеоролик, давай. Чего? Я все, я выключаю, я уже выхожу. 2 минуты осталось мне. Понятно. До 19:00. Я все, вот 1 минута и заканчиваю. Короче, я надеюсь, что ты скинешь. Да, что я тебе напишу 27-го тогда, когда у меня получится все, ладно? Сейчас, погоди, я посмотрю, у тебя серьезно 27-го разблокируется. Да как ты посмотришь? Там можно посмотреть, в смысле. Ну посмотри там, где ММ, я играл. Там до 27 числа. Не, не в ММ, там по-другому. В Webback машин. Не-не-не. Так. Простите, что ты не пошел так. Ну. Да, у тебя. Погоди, я сейчас. У меня там задержка, понимаешь? Я жду 27 числа на трех аккаунтах. Когда она заканчивается, то я сразу кидаю нож Чебурашке. А какой ты хочешь нож мне скинуть там? Так я тебе сказал, нож бабочка тебе пойдет. В смысле? Там другой у тебя. Там Боуи есть у тебя, и тот лежит. У меня 3 аккаунта, понимаешь? На задержке. У меня ни один аккаунт, ни 2, ни 3. У меня их 5 или 6. Много, короче. Сказал, 3, у тебя их 3. Я сказал 3, на которых есть задержка. И 2, которые не задержки. И есть еще основной у меня, на который скидывать вообще ничего не хочу. Короче, все. Давай до 27-го. Я тогда обменяюсь. И все. Я надеюсь, без обмана. Если что, я записывал все это время, давай. А скинешь мне ВК? Чё скину? Запись. Или я не знаю, где скинешь. В скайпе и там, я не знаю куда. То, что ты снимал. Зачем она тебе? Но у меня есть, в принципе, если что, я выложу. Ну, я в Ютубе выложу, то есть, свою запись, и наложу на нее еще твою запись. Будет интересно. Да твоей записи будет достаточно. Ладно, все, давай, пока 19:00, все, давай до 27-го, все, давай, я пошел. Все, пока. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Новасов, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов, пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока!